Здравствуйте, дорогие мои маленькие друзья, а также родители! Сегодня мы с вами отправимся к бабушке в деревню. Там много-много интересного. Жили у бабуси два веселых гуся. Один белый, другой серый. Два веселых гуся мыли гуси лапки в луже у канавки. Один белый, другой серый спрятались в канавке. Вот кричит бабуся: «Ой, пропали гуси! Один белый, другой серый. Гуси мои, гуси!» Ребята, поможем бабушке гусей отыскать? Почему же они не могут из канавки выбраться? Посмотрите-ка, а крылышек-то у них нет? Давайте вместе сделаем им крылья, чтобы бабушка нашла своих гусей. Для этого нам понадобится клей-карандаш, а также два вырезанных из бумаги круга. Посмотрите, один круг серого цвета, он разрезан пополам. А второй круг белого цвета, он также разрезан пополам. Это и будут крылья для наших гусей. Итак, возьмем клей. Белые крылышки будем гладить клеем и приклеивать на спину белому гусю. Вот так. Посмотрите. А серые крылья мы также погладим клеем и приклеим на спину серому гусю. Какие мы с вами молодцы! Посмотрите-ка! Теперь и у белого гуся есть крылья, и у серого гуся есть крылья. Выходили гуси, кланялись бабусе. Один белый, другой серый. Вот нашлись бабушкины гуси. Ребята, и вы попробуйте теперь для бабушки найти ее гусей.